Быстрее ставь лайк за 3 секунды, если ждешь теплое лето! Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Верфуни и Буби, и мы продолжаем играть в игрушки под названием Human Fall Flat! Всем хай, дорогие друзья! Здорово, чуваки! Ну что ж, ребят, сегодня у нас будут угарные пластилиновые пряточки, и вы посмотрите, от какого злого монстра мы будем убегать и прятаться! Это у нас мороженщик Рот, друзья! Страшный мороженщик, который просто гоняется за детьми, морозит их, а потом отвозит, друзья, куда-то там в страшные места. В общем, действительно, опасный мороженщик Рот у нас сегодня. Первый маньячок, друзья, у нас Андрюха, первый мороженщик, первый Рот, Андрей, друзья. Мы с Бобби в принципе, готовы прятаться, только для начала нам нужно найти нычки, но мы будем их искать только после того, как, друзья, вы поставите большой палец вверх, если вдруг не успели поставить его за 3 секунды. Заранее вам огромное спасибо, у вас вторая попытка, обязательно ставьте, ну а мы, Бобис, начинаем! Ну что, Дима, Андрюха лежит в бардачке, точнее в пикапе, а мы пойдем прятаться быстрее, иначе он встанет и заныкает нас туда. Да, друзья, все, мы идем ныкаться, с Бобисом бежим, Андрюха реально, он у него свой фургончик, новый у мороженщика Рода. Так, Бобис, все, ожидай меня. Так, ребят, карта у нас действительно гигантская, Бобис, давай, может, куда-то сюда пойдем. Мы не искали нычки, ничего, вот сюда, не прятались, ребят, еще нигде, потому что тут действительно столько мест, и знаете, минус огромных карт, это в том, что глаза разбегаются, друзья, и непонятно, куда спрятаться, а мороженщик Рот у нас опасный, тем более сейчас Андрюха, это вообще, ребят, это просто хана, это Габелла. Так, давай, Бобис. Вы готовы? Да, стой, о, щит, Бобис, я готов, давай сюда ко мне. Заклинание читаешь, да! Рот не убил его. Давай, Бобис, давай, сейчас. Андрюх, погоди, мы тут спускаемся, надо руку подать срочно. Поднимаетесь. Не-не, да? Спускаемся. Бобис, да ты крыса! Ну зацепись! Бобби! Зацепила меня. Бобис, давай, лезь, дурында! Да рукой, давай! Бобис! Время! Бобис, ну зацепись! Давай! Ладно, короче, через 10 секунд, Андрюх, выходи, я надеюсь, что он успеет. Давай. 5. Подтягивайся. Во. Тяни. 10. Тихо. Все. Отпусти. Так, я иду. А теперь сюда, Бобис. Все, Андрюха вышел. Все, друзья, мороженщик Рот вышел. Сейчас я затянусь тебя. Подтянись. Вниз. Тихо. Давай, сам. Все, шикарно. Е, с кайфом, друзья, капец, мы так долго сюда забирались, ну, Бобис. Ладно, Андрюх, ты, конечно, уже понял нашу подсказочку, мы где-то на вершине, братья, где-то на балконе каком-то. Потому что город, друзья, посмотрите, тут, я не знаю, тут на миллион жителей, а нас с Бобисом двое, мы единственные выжившие, потому что Андрюха Рот... Нет, так ты вот всех съел, мороженщик, ты из всех сделал мороженое, братан. Ну, вообще, да. Клубничное или какое? Черника? Я люблю ванильное, на самом деле. А я люблю просто пломбир. Друзья, а напишите в комментариях. Пломбир с мясом или что? Клубничное с мясом? Это, конечно, безумно. Друзья, пишите свое любимое мороженое, какой вкус вам нравится. Бобис вообще куда-то лезет дальше. Там тупичок, Бобис. Никуда не залезешь. Да, я погнал, короче, на соседнее здание. Оп. Давай. В смысле соседнее здание? Не понял вас, кстати. А что? Тут можно прыгать. Ничего себе. Я дурак. Бобис, упал? Я дурында. Нет. Молодец. Я не упал. Все норм. Ты меня обманываешь. Я залез обратно. Тут на самом деле изи. Ладно, Андрюх, я не залез. Ну хорошо, тогда мне гораздо легче будет тебя убить. Все, ребят, вот за эту нычку просто триллиард лайков. Давайте прямо сейчас соберем. Это просто угарище. Андрюх, мы примерно в одном районе всегда были, мы никуда не убегали далеко, потому что, ну, карта огромная, чтобы мороженщику Рода было полегче, друзья. Да, реально, честно, я тебе отвечаю, брат, чтобы вообще далеко. Я прям от контейнера твоего, вот от пикапа, вообще максимально близко. Просто вот максимально близко, вот я тебе клянусь. Вот ближе нету. Ближе просто невозможно придумать. Просто невозможно. Ну, я вернулся. Ты меня видишь вообще? Нет, сейчас не вижу. Вот видел тебя до этого. А где? Где ты меня видел? Не понял, что смешно? Ну всё, ты в пикапчике. Знаете, я был, Бобис, я прям внутрь пикапа залез. А сюда не забраться, все.
Все, сюда не забраться. Бобби, помоги, Бобби. Ну я не могу, Вась. Да как, Бобби, спаси. Иди сюда. Андрюх, ну что ты такой мороженщик? Ну насыпь мне ванильного, пожалуйста, два пирожочка. Ну я сейчас насыплю пломбира с мясом, твоего любимого. Мне два шарика, брат, буквально, и все, мне хватит. С мясцом, да? С говнецом. И сострял. Нет. От судьбы не уйдешь, Диман. Да блин, ты всегда так говоришь, я всегда ухожу, братанчик. Не, не всегда. Всегда. Ну давай, иди сюда, не обманывай. А все, а смотрите, ребят, сейчас раз, два, и я исчезаю. О, я вас понял. Вижу, здорово. Перепутал. Не те кнопки. Ты перепутал. Нет, нашел. Вот, тихо, вон Бобби там вот сверху был. Ну, я не знаю, он был там. По крайней мере, в прошлый раз, когда убежал, мы... парни. Да не, надо проверить, Андрюх, обязательно. Ну давай, конечно. Потому что я знаю эту крыску, ребят, он может сидеть там. Ладно, а вон, да! Не зря! Он на соседний балкон залез наверх. А там реально можно залезть, Бубис? Нет. Серьезно? Посмотри, а я сверху оттуда полез. Не понял сейчас. Сверху полез. Ты крыса, Бобби. Тихо. Он через фонарь, походу. Нет, вот он, как я, ползу так же. Оп! А как это по... А, ничего себе! Оп, он упал, Андрюха, лови! Да, друзья, если нас ловит маньяк, то мы становимся помощниками, вот, и в данном случае мороженщика Рода, ребят. И вообще, друзья, смотрите ролик до конца, много угара, приколов, а также подписывайтесь на канал, потому что много всяких классных видосиков выходит. В прошлом ролике мы вообще от Слендермена, ребят, прятались. Кого здесь нет? Да, иди сюда. Ты хотел моей тактики, меня Андрюха также поймал, короче. Ну что ж, ребят, вот такой угарный первый раунд, мы надеемся, что вам понравилось. Теперь я буду мороженщиком, пацаны, ищите нычки. Вот и все, я выхожу на поиски. Вот такой вот я, ребят, мороженщик Рот, овершоу. О, вижу уже какую-то девчонку, пацаны, на курсе своем. А что там вы забыли, девчонки? Девчонка, а ты как сюда залезла? Легко. Вот так, да? Крыса. Как ты это сделал? Оп. Я сейчас... Не, ребят. Все, реально, это крыски еще те. Вот там. Спалил. А я думал, там в помойке кто-то сидит. Нету никого. Спалили меня. Так, все, Бобби, здравствуйте. А куда? Сюда, к мороженщику, в лапки. Отпусти. Все, поймал. Не, держи. Осталось найти Андрюху. Вообще не видел, куда он побежал. Просто, друзья. Вообще не видел. Просто вообще не видел, Андрюх. Ребят, я, наверное, самый добрый мороженщик Рот, ребят, на этой планете. Вообще, действительно. Вот добрее меня никого нет. Да, я даже Бобиса не убивал, не съедал, не замораживал. Ничего не делал ему. Просто парик слетел у меня. А где Андрюх? Вообще не вижу. Я тебя знаю. Я тебя знаю, ты меня обманываешь. Ты меня все видел. Я вообще не вижу. Я вообще потерял. Блин, эти дурацкие цепи, ё-моё. Блинский. Цепи на шее её поцелуй. Так, и чё? Это ты наврал, Бобис. Там нет даже цепей. Я не знаю, я сам его потерял, Бобис. Ну и хорошо, пацаны. Да, на нюх. Да, потеряли, да. Стоять! Крыса реально убежал. Смотрите. Вот на туре, друзья, все, скрылся. Это девчонка. А ты тоже девочка, да, маленькая? Вообще-то я парень. Сейчас вы тебе... Да, вообще-то на самом деле Андрюхе 40 лет, ребята, сегодня сзади. Фоне... Это все маска. Да, фоне 40 лет, ребят. Он омолаживание. Не, маска омоложения. Бобис, это ты или кто? Вот я понять не могу. В смысле? Это ты, иди в жопу. Пацаны, вы же меня видели. Да, видели. Да, мы тебя видели, а потом мы потеряли тебя, братушка, с поля зрения, и все. Скажи, где ты, Андрюх? Тут написано «Пиза хэнд тосит». Нет, ты скажи, где ты, а мы скажем, что мы тебя поймаем, и все. Я в городе. Вау, щит, красава, бро, найс, бро. Не понял. Где пиза? Вот. Где? Андрюх, а ты куда? А где пиза? Ну там вывеска есть. Пиза? Да. Типа пицца? А, все, я понял. Тут, да, друзья, тут карта для пряток. Тут бывают действительно прозрачные машины, чтобы ныкаться. Но мороженщику Роду это просто все по зубам, друзья. Изи. Так, я вижу керкшоп какой-то. И где он? Где вы? Где ты, Диман? А где ты? Я что-то тебя не вижу. Вот, Бобис. А!
Турбочардж, а чё ты орёшь, Андрюх? Ну, в смысле, а вы чё, увидели? Ты нашёл его, Бобис? А почему я тебя два раза видел, а ты меня не видел? Бобис, ты увидел его или чё? А чё он так замолчал, Бобби? Я не понял. Я-то увидел его. А чё он так замолчал? Бобби! Просто я не видел. Просто я не видел. А я тоже не видел. Да ладно, я его видел, я бежал за ним. Пацаны, я очень... Наверное, рядом. Я бежал за ним все это время, друзья, я надеюсь, вы поняли. Меня! Да, отпусти! Вот! А я-то думаю, куда он делся, друзья? Бежал все это время за ним, ребята, да, с кайфом, красава, Бобис поймал, четко. А ты видел, Андрюха, прям за тобой бежал, я сделал вид, что не видел. Все, ладно. Он два раза бежал. Да, и два раза видел, и два раза терял. Вот такой вот я, друзья, мороженщик рот, но за меня сделал все мой помощник Бобис. Ну что ж, давайте сыграем в следующий раунд. Мороженщик рот уже на фургончике и ждет, пока мы спрячемся. Ну что, не будем ждать, составлять его, Дима. Да, все, побежали. Нам не надо твое мороженое, мороженщик рот. Мы хотим найти, да, нычку такую, чтобы ты нас не съел или не заморозил и не убил. Все, побежали, друзья, да. Так, Андрюх, что, есть какие-то планы, какие-то тактики, какие-то что, куда? Я уже вижу, куда можно забраться, скорее всего. О-е-е! Да, брат, это звучит хайпово. А что, звучит хайповенько, хайповенько. Да-да-да. Так, ребят, зала... Да боже, Андрюх, ты паркур-мастер или ушу-мастер? Да-да-да. Или кикбоксер? Только осталось, конечно, наверх еще. Андрюх, как ты это сделал? Андрюх, как? А, все, я понял, ребят. А что, куда? Ага, будешь лезть, брат? Ничего себе, я куда подпрыгнул. Оп, давай, ладно, идем, ползем. Нормально. Ползем, ползем. Так, Бобис... Он не достанет. Да, Бобис, да. Выходи примерно через секунд 10, наверное. Да, правильно, Андрюх? Ну да, 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 да. А я что-то супер плохо, брат. Все, счет закончился, я выхожу, парни. Как? Андрюх, я... Андрюх! А подпрыгнуть, ты можешь здесь подпрыгнуть? На пробел нажми. Да. Вот попробуй вот так вот руку закинуть на пробеле. О-о-о! Все, теперь можно ползти нормально. Андрюха лайфхакер, ребят. Просто! Красава, давай, ты чё, давай, брат, он близко, нет? А, да, щит, да, друзья, да, вот мороженщик, я ползу! О, нет! Брат, давай, если что, могу дать руку. Сейчас, братишка, тащи! Давай, залезаешь! Тащи, тащи, нет, не залезу, тащи, тащи, за голову! За голову, я руки беру. Низко! Взял? Блин, нет, взял, не отпускаюсь, давай, отпускаюсь! Давай, быстрее! Братик! Брат, давай! Сейчас! Давай, влево, влево, влево! Все, с кайфом! Слышь, Андрюх, стой, смотри! Смотри, пусть ползет. Главное не ошибиться. Тихо, короче. Тихо, отойди, 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 Андрюх. Отойди, понял, отойди. Что, да. Ты туда, а он да. Назад. Тихо, тихо. А вы где, парни? Я что-то вас не вижу. О, мой, как ты это делал? Скайпом, все. Давай, давай, с разбега. Тихо. Нормально. Давай лапу. Давай, давай. Тихо, тихо, тихо. Попробуй залезть. Андрюх, брат, я сломал. Да ладно, фиг с него, у нас сейчас маньяк, роженщик, мороженщик, рот. О! Смотри, я прыгаю вообще. Андрюх, ладно, все, отцепился, сами залезем. Давай, давай, ты лезь. Давай, Андрюх! Беги, бегу, Форест, бегу, я от испуга, друзья, отцепился. Андрюх, красава, красава, брат. Боже, друзья, это просто эпик, это лайк, это миллион лайков, друзья, триллиард, просто сикстиллион. Да, там застрял немножечко, бывает. Ух! Да, вижу, вижу, вижу. Давай, давай, Андрюх. Давай, Андрюх, в рассыпную. В рассыпную, брат. В рассыпную. Иди сюда. Воу-воу-воу. Иди сюда. Уже иду. Готов калывать. Раз. Два. Все? Три. Я, да. Поймал. А он меня поймал, брат. Серьезно? Да. О, Эндрю, ты где вообще был? А, так, ну все, блин, чипс, так они где? Теперь вдвоем. Да. Щит, нифига себе, пролетел просто спидхак. Опа. Читаки, здорово. Братанчик. Читаки. Чипа Чипс в наушниках подошел сюда. О! О! Я иду за тобой. Нет. Раз. Иди сюда, иди нет. Сюда. Нет. Два. Нет. Два с половиной. Бобби, лови его! Пять на ниточке! 10, 8, 5, пятого утра! Господи, тут пляж есть, пацаны, гоу на пляж! Гоу на пляж, да, поплаваем, пацаны! Пацаны, вы где? Гоу поплаваем! Я нигде, меня нет! А вот ты где, Бобби? Я на пляж! Давайте на пляж, пацаны, поплаваем!
Слушай, а водичка это красиво сделано. Давай, давай. А вы меня ловить собираетесь? Ну я хочу на пляж сходить. Смотри, тут пирс. Боби обманул! Боби, ты его ловишь? Поймал! С кайфом! Ну что, друзья, на этом наш увлекательный ролик заканчивается. Мы надеемся, что видосик вам понравился. Обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на все наши каналы. Ссылочки будут в описании, там же ссылочки на социальные сети. Не забывайте про колокольчики, друзья. У нас с вами сегодня были Овер, Фоня и Бобби. Всем спасибо за просмотр и пока-пока! Всем до скорого, ребята! Адьёс, чуваки!